Обычный канализационный люк имеет круглую форму из-за того, что круглая крышка не провалится и не упадет в шахту при сдвиге или непрочном креплении. Такая форма позволяет держаться на двух точках при опрокидывании, тогда как люки других форм имеют шанс провалиться. Например, прямоугольный люк, повернутый по диагонали, упадет вниз. Также круглая форма позволяет снизить себестоимость производства на 28% за счет сокращения расходного материала без ухудшения эксплуатационных показателей. Плюс люки привычной нам формы удобнее открывать. Чтобы открыть круглую крышку, нужно приложить меньше усилий, так как каждая точка окружности может стать точкой концентрации напряжения. Люки другой формы встречаются реже. К примеру, в американском городе Нэшуа, штат Нью-Хэмпшир, есть крышки для канализационных люков треугольной формы. Они указывают направление потоков канализации. Сейчас эти крышки ликвидируются, так как они не соответствуют современным стандартам безопасности. Именно поэтому круглая форма канализационного люка общепринята во всех странах. Обратите внимание на буквы на люках. В них очень много зашифровано информации. Буква К, например, обозначает, что люк канализационный. За крышкой с надписью ТС скрываются телефонные сети. ГТС – это городские телефонные сети. В значит водопровод, Г – это пожарные гидранты. А решетчатые люки с буквой Д – дождеприемник. А на этом все. Желаю всем хорошей недели. Всем пока!